Здравствуйте, это что за бандочка волкодавов? Что за бандочка волкодавов? Я на кухне, все на кухне. Говорят, дай нам что-нибудь вкусненькое, да? Вкусненькое вам надо. А что, будете легкое сушеное? Мы же с вами сушили, вы помогали. Будете? Будете домашнее, легкое сушеное говяжье. Сейчас дам. Всем дам. Господи, все. Нападенцы маленькие. Не, Милусенька, подожди. Эти спиногрызики еще успеют получить. Сейчас, гусечка. Сейчас, мой золотой. На тебе вот такой красивый кусочек гнут. Милуся, у тебя что, забрали? На тебе вот такой красивый кусочек. Фиюшечка. Вот. Лялюшка. Лялюшка, как обычно, пытается взять два. Оп, выкидывает. У меня из руки. Козявка маленькая забрала. Я почему-то подозреваю, что Ляля сейчас вернется. И что тут? Донечка, как обычно, кушает культурно, как культурный ребенок, да? Донечка молодец. А эти товарищи? Александра Артемовна тут себе перед телевизором ложе сделала, потому что диван ей не интересен. И они, конечно же, все на нее. Все на нее заползли. Личика ваша ангельская, Александра Артемовна, я не снимаю. Спасибо. Я снимаю вот этих, которые атаковали тебя со всех сторон. Ляля пытается подкоп сделать в Саше и спрятать в ней все. Вам не стыдно? Она тут разложилась. Нравится ей тут на полу валяться, на кресло-диване. Эти все, даже феюшка вот тут с краешку тоже говорит, куда б закопать-то? Саш, я в тебя закопаю, либо на тебя поем. Конечно. Человеки тут ходят только для их обслуживания. Да? Милота маленькая, а? Лялюшка, а ты закопала в Сашу уже, да, все? Все в Сашу закопала. И смотрит. Говорит, мать, дай еще. Ну что, еще одну тебе дай? Донь, тебе-то дам, ты кушаешь. Ну ладно, я маленькую. Иди закапывай. А, я говорю, ты туда пойду закопай. Я везде закопаю. И эта малышня лежит лопает. Кушает, никого не слушает. А, дядя Люлю, а ты съела, Вигуся? Шейх, а ты? Ты съел? На-на-на. Вкусненько, да? Вкусненько. Домашнее легкое лопают с удовольствием. Ну и покупное лопали с удовольствием. Но домашнее получается гораздо дешевле. Да, мы всех целуем, обнимаем. И море вкусняшек вам желаю.